вообще. Угу. Что, хочешь, давай прокатимся. Это был какой-то местный фермер, возле которого этот мост стоял. А на самом деле мост это Януковича на самом деле. Вот, но да, но почему-то это в историю не попало. Этот мост был разрушен специально создателем во время войны, чтобы фашисты по нему не прошли. Говорят, тут очень много пуль. И очень-очень высокая высота большая прям. За 10 евро можно прокатиться над этим мостом, в смысле, под с берега на берег. У нас уехала, да, машина? Блин. Чё? Зарядка заканчивается. Чё? Насколько я знаю, до 2004 года этот мост был самый высокий на Балканах. Видишь, как хорошо нас привезли, самим ехать не надо было. Благодарение. Классики интересные, маленькие тут. Кубики. Я-то думала, мы с тобой прокатимся. Вы здесь. О. Вы меня увидите. 15-10 отправляемся дальше в ту сторону. А сколько? 15-10. Сейчас 14-40. 15-10, 15-15. Я была приглядеть. Может, чтобы так было, как... Водка в форме Черногории. Ракия. Хай. Мед, мед и орехи, варенье. Можно попробовать. Ну пойдем посмотрим. Может, ступаешь, но ты это чувствовать не будешь.
Мы под этим мостом сегодня проплывали. Я вообще не верю, мне кажется, такая маленькая речка. Здесь прикольно, здесь мы дорожные. Нас привезли в нашу Ванду. Тут холодно. Вообще сегодня холодно. Ой. И, короче, у нас дома тоже очень холодно. Мы вчера мерзли, сегодня мерзнем. Домики очень холодные. Тут, похоже, дождь был. Где был, значит, у нас же тоже был. Ну, у нас там он чуть-чуть капал, а тут, похоже, он хорошо был. Такой. Мы вовремя домой зашли, потому что пошел дождь. И дождь прям такой крупный-крупный капли. Там молнии. Короче, чай она купила. Вот это аронья, это она чистит кровь, она антиоксидант против, по-моему, радиации, она еще сказала. В общем, тут ягодки, их заваривать, они когда упадут, тогда их пить. Так, вот эта штука, она для женского организма. Ой, я даже не знаю, как она. Вирак. Что, вот это для женщин чай. Вот это чай, это иммунитет. Для улучшения иммунитета, чистки крови. А это просто мята, потому что здесь мята другая какая-нибудь, наверное. Люблю мяту. Всего 8 евро за чай. Мы сейчас ездили опять в магазин. Я положила деньги на телефон, у меня появился интернет. Ура! Я, правда, не знаю, насколько мне его хватит. Так, мы купили вино, вот такое вот, опять сербское Дима выбрал. Ну что же такое? Вот такое вот, медвежий. Медвежья кровь. Медвежья кровь. Литровая бутылка. Мы опять сходили на 14 с копейками евро. Купили вот такой зеленый сыр. Мне нравится такой сыр. Вот. По-моему, такой вот из Канады был. Давно-давно. Очень вкусненький. Взяли мясо, приправки. Помидорки, огурчики, лук. В общем, потратили. 14,60 там с чем-то. Вот. Вот такую вот мяску. Дима уже тут картофанчик настрогал, варит. В общем, у нас. Я водитель, Дима кулинар. В общем, все перепутано в этом доме. Ты не умеешь варить? Что ты? Я не умею все, я не умею варить. Дима что нас готовит? А мне только заняться нужно. А мне думаю, заняться нужно. Мы готовим сегодня свинское мясо. Свинятину. Димыч тут нам наготовил еды всякой. Вот, и все.